Добрый день, друзья. Здрасте. Андрей, я не ожидал, что я тебе что-то буду говорить. Но так получилось, что мы с Андреем таки да очень давно знакомы. Когда-то мы познакомились на таком великолепном конкурсе, как Imagine Cup. Кто-то знает, что такое Imagine Cup? Ого, ничего себе. Ну вот, был финал в Киеве очередной, и была команда из Одессы, и там я познакомился с Андреем. Он привез хорошую команду девушек, я помню. Помню, Белочки назывались, да? Да, да. Белочки, да. Хочу стать белкой, да. И вот Андрей первый раз, ну, мне сразу понравился, активный парень. А потом постепенно жизнь как начала нас сводить. Андрей интересуется футболом, активно бегает. Он действительно спикер большого количества конференций, один из активистов нашей одесской .NET группы. А кто знает об одесской .NET группе? Да елки-палки. Ну вы не приезжали, я вас не видел. Приезжайте. Ну, мы приехали уже. Хорошо, приедем. Вот, всячески рекомендую Андрея, очень хороший человек, очень профессиональный человек, искренне любит .NET, постоянно пишет запросы к Microsoft, что-то изменить, постоянно просит проголосовать, мы голосуем. Андрей, спасибо тебе, что ты приехал на конференцию, тут вообще большое количество людей из Одессы, что это удивительно. Удачи, все будет хорошо, вперед. Спасибо, спасибо. Отже, Андрей Чебукин, третий спикер нашей конференции. Да, всем привет, как слышно меня? Ну, Алекс недосказал тут некоторый контекст, который важен. Значит, я сейчас работаю техническим директором в компании BSP Одесса. Вот, и сегодня мы поговорим вот об этом. Вот, ну, это, конечно, сложно, но это реально на самом деле. И как это сделать, я расскажу. Значит, собственно, я взял своих студентов-выпускников. У меня в ВПФ из 10 человек сдали двое, и вот они пошли работать со мной дальше. Значит, когда у нас есть джуниоры, да, это джуниор. Ну, я бы, конечно, хотел таких джуниоров. Вот, но у каждого свой стиль. Вот, и каждый пишет по-своему. Вот, кто-то пишет скобочки в стиле JavaScript, да, кто-то пишет пробелы лишние, кто-то пользуется Trailing White Space экстеншеном. Кто любит писать много-много пробелов, есть такие? Нет? Хорошо, вам повезло. У меня есть такой один, вот там сидит. Также джуниоры, они у нас невнимательные, как вы понимаете. Ну и не все из них читали Билла Вагнера. Кто-то читал? Очень рекомендую, всего лишь 200 страниц. Вот, а Рихтера кто-то читал? О, ну это уже хорошо, тогда прощается. Ну и, собственно, после того, как это все написали, надо же это все объединить в общий репозиторий. Вот, хорошо, когда оно билдится и еще и без конфликтов. Вот, а если конфликты, то кому-то придется их решать. Вот. Ну, кто-то поступает так, а кто-то вот так. Вот. Но есть ли у нас выход? Кто-то встречался вот с какими-то такими вот гайдами, например? И как, читали? А потом применяли? Ну да, такое чтиво не самое приятное. Вот. А кто знает, что вот это такое? Ну да, значит, это морально-этический кодекс иудаизма. Ну как бы... Почему я здесь это сказал? Значит, самое интересное, в первой главе, в первой Мишне есть вот... Она заканчивается на такую фразу. Кто скажет, что имеется в виду? Ну да, то есть если есть какой-то закон, то надо сделать, чтобы его нельзя было физически приступить. Вот, ну вот этим мы и займемся, собственно. Ну, я бы сказал, то есть в нашем случае это автоматизируйте все, что только можно автоматизировать. А зачем джуниора нанимать? Ну, есть то, что еще нельзя, к сожалению, автоматизировать, да? Все-таки. Ну и как жили люди раньше? Они использовали статический анализ кода. У кого-то используется статический анализ кода?
Это хорошо. А, была такая приблуда стайл-коп. Пользовался кто-то? Хорошая штука. Вот, но немножко устарела. О, но хорошая. А, даже вот так вот она в Замарин студии выглядит. Ну да, надо немножко поработать над кодом. А, была еще другая приблуда, FX-коп. А кто знает, чем отличается стайл-коп от FX-копа? Нет, там была другая принципиальная разница. FX-коп, он залазит уже в ИЛ, он смотрит на ИЛ. А стайл-коп смотрит на код. Ну, как бы, если бы стайл-коп смотрел на ИЛ, это было бы странно, да? Согласитесь. Ну и когда мы это все запустили, у нас появляется вот такое вот окошко, которое рассказывает, что у нас не так. И говорит, что надо бы поисправлять все. При этом есть там некоторые средства, например, как код-аудитор, вот, которые нам в этом еще помогают, какие-то дополнительные правила добавляют. Вот, их потом можно включать, выключать. Но вот этот статический анализ кода, если кто с ним встречался, то есть он запускался при построении. Ну, потому что как бы штука накладная по производительности, поэтому как бы не умела она работать в реальном времени. Но пришел к нам Розлин, и ребята впилили это все прямо в студию в реальном времени. То есть мы теперь можем в реальном времени смотреть в нашем файле, что у нас не так, чтобы сразу исправить. То есть если мы там накодили и потом построили, а потом исправлять, ну как-то не сильно приятно, да. А и сейчас посмотрим на эту демку. То есть в Visual Studio это сейчас встроено, и я сейчас переключусь, покажу, как это работает. Так, значит, вот наше приложение. У меня тут есть библиотечка, в которой я открою файлик. И у меня появляются здесь какие-то проблемы и предложения, которые связаны с этим файликом. Так, там нормально видно или увеличить? Пробуем сделать вот так. О, да. Вот, это то, что идет в поставке у нас, то есть то, что Visual Studio умеет проверять сама, как это все настраивается. То есть у нас есть... Сейчас. Что-то у меня тачпад чуть-чуть подглючил. О, есть. Так. Значит, если мы зайдем в свойства проекта, то есть такая вкладочка Code Analysis. И у нас здесь есть разный набор правил, которые управляют тем, вот, что нам там показывается, что анализируется. Если мы нажмем «Открыть», то вот будет наш список, в котором указаны разные правила. Вот эти правила, которые идут у нас по умолчанию. Здесь же их можем включить-выключить. Если мы что-нибудь из этого выключим, то у нас эти правила сохранятся. То есть у нас... Сейчас, где у нас там это было свойство... Вот у нас по умолчанию оно указывает на вот этот путь со стандартными правилами. Если мы здесь их подредактируем, например, что-нибудь уберу, вот тут у меня путь поменялся, и он создал вот этот файл правил, который теперь, если зачекинить, все разработчики будут использовать для этого проекта. Ну и если мы это дело закроем, вот этот файл, то у нас здесь эти штуки должны были бы пропасть. Сейчас делаем вот так.
Вот, здесь у нас пусто. Если же мы хотим получить это все по проекту, мы заходим в Analyze и делаем анализ кода на всем решении. Тогда он уже у нас, нам его построит и сейчас все проанализирует. И должен что-то показать. Был бы. Ждем. Если есть вопросы, можно задавать пока. Да. Можешь так кастом его написать? А, да. Сейчас покажу дальше. Так, ну и вот теперь оно мне по всему проекту показало какие-то, какие у меня есть проблемы, и можно даже поискать, как бы эти проблемы можно решить. Ну, собственно, со стандартными все понятно, то есть есть какой-то набор, но мы же еще говорили про стиль, то есть они-то стиль не проверяют. Но, к счастью, вот этот StyleCop, их правила все портировали на эти новые анализаторы. И теперь можно их поставить в качестве NuGet-пакета. То же самое сделали с FX-COP, только он называется теперь не FX-COP, а Desktop.NET Analyzers. Ну и есть другие полезные штуки, например, как Async Void Analyzer. То есть вот если, что будет, если в асинхронном Async Void методе выпадет исключение? Что? А дальше? Ну, в .NET 4 оно бы все упало, да, а потом от защиты, для защиты от дурака сделали, чтобы приложение не падало. Ну, в общем, короче, выскочит exception, да, который нигде не отловлен, что нехорошо, поэтому вот есть такой аналайзер, который заставляет всех писать в async void методах, в общем-то, заключать это в блоке try-catch. Ну, бывают же случаи, когда надо все-таки. А если событие? Обработка события. Есть еще такая классная библиотека errorprone.net, которую написал, ну, аналайзеры, который написал Сергей Тепляков. Кто-то знает Сергея Теплякова? Ну, по его статьям, да, хотя бы. Рекомендую почитать, очень интересный блог, вот эта полезная штука. То есть у него, например, такая есть классическая ошибка. Это вызов чистых методов без получения результата. То есть вот как на этом коде. То есть методы, которые, у которых нет побочного эффекта. То есть польза от них только в результате. Поэтому если мы вызываем метод, который ничего не делает, еще и не забираем результат, это какой-то бред. Поэтому надо либо получить результат, либо не вызывать этот метод. Вот. Либо, например, создание объектов без сохранения значения тоже. То есть если мы создали объект просто и там вызвали на нем метод, ну да, хорошо, если просто создали. Также есть такая полезная штука, как Sonar. Кто-то пользовался Sonar'ом? Именно Sonar Cube или просто… Да, круто. Значит… Ну, про Sonar Cube чуть дальше. Собственно, есть вот такой вот Sonar Lint, который тоже имеет набор правил полезных, например, который проверяет вот что и сравнение по одному и тому же. То есть сравнение на не равно и с обоих сторон одно и то же значение. Ну, бывает. Да. Пропер чи може вернути різні значення при послідовних викликах? Daytime now викличте два рази, воно буде не дорівнює. Ну, все равно как-то странно проверять с обоих сторон на не равно одно и то же, да? Согласитесь. Вот, ну бывает там копи-пейст там всякие, да. Есть еще вот, например, такие варианты. Когда мы сначала проверили, что там null, а потом оттуда вызвали что-то, да. Тоже ок. Или вот так вот. Ну вот это вообще интересный случай. Это, может, попробуем на демо. Кто-то встречался с таким?
А что будет, если в конструкторе произойдет исключение? Ну, какое исключение выскочит, если в конструкторе произойдет исключение? Ну да, то есть что-то. Но не то, которое выскочило. Ну, не то, которое было выброшено. Вот. Ну, это не все знают, да? Вот, а он защищает от этого тоже. Так, ну давайте теперь посмотрим на сторонние анализаторы. У меня тут был уже установлен сонар. Сейчас. Это у меня инсайдер, так что бывает. Я сделаю undo. Сейчас восстановлю NuGet пакеты, которые я удалил, и доставлю еще. Так вот, у меня есть errorprone.net, у меня есть sonar, и еще я сюда доставлю stylecop. Так, вот они, stylecop analyzers. Так, и вот у меня теперь тут появились разные ворнинги. Ну, например, там single line comment must begin with a white space. А он у меня начинается с двумя пробелами. И теперь я буду это исправлять. Ну, тут еще комменты есть. А вот, например, публичный конструктор, у него нету коммента. А, или публичный конструктор находится после свойств. Ну, как бы вот эти вещи в StyleCop аналайзерах стандартные, пока их настроить нельзя в порядок. То есть можно либо включить, либо выключить вот этот стандартный. Так уж портировали. Ну, типа сначала идет конструктор, да, потом поля, потом за ними свойства и тому подобное. Вот, ну и если я сейчас сюда прикручу набор правил, которые я использую в своем проекте. Так, давайте сейчас посмотрим, что тут получилось. Ну, эроров нету, да? Есть какие-то рекомендации там и тому подобное. Вот. А теперь вы посмотрите, какие жесткие правила установил своим разработчикам. То есть мы берем файл и сюда теперь ссылаемся. В общем, ссылаемся во всех проектах на эти правила, да? Сохраняем. Ага, ну и вот он даже без построения подхватил. Так что у меня такие штуки теперь это эрроры. И теперь это работать не будет. Потому что нечего писать неправильный код. Вот, а если мы хотим это все настроить, опять же, мы идем сюда, в наш проект, открываем наши правила, и теперь эти анализаторы появились здесь. Ну, как бы мы их можем быстро и здесь настраивать, да, вот они здесь появились, вот все правила, можем взять здесь что-то поменять.
Вот сказать, что это теперь будет info. И тут все обновится. Так, съесть. Есть у меня здесь еще, как видите, вот refactoring essentials. Правила можно ставить не только через NuGet пакеты, но их еще можно ставить через extensions and updates. То есть вот есть такая штука, как, например, C-Sharp Essentials и тому подобное. То есть вы, ну, кто хочет, может доставить себе сюда. При этом, если вы здесь что-то выключаете, например, те же или Refactoring Essentials, потому что некоторые правила могут дублироваться для разных, ну, там, для разных анализаторов, да, то есть одни авторы написали, другие тоже, как бы. Вот, поэтому если мы это здесь тоже, например, выключу это правило и сохраню, то у нас это все должно сохраниться вот в том вот файле, который находится теперь, куда я ссылался. Ну и есть такая штука интересная, как SonarQube, которая позволяет вот эти все ошибки и тому подобное мониторить. То есть следить за вашим кодом, чтобы у вас там не было технического долга, так сказать. Вот. И как бы, ну, это больше такая вещь для менеджеров. То есть нам, как разработчикам, достаточно вот этого онлайн, того, что оно в студии работает. Но если мы хотим эту статистику собирать, то можно поднять этот SonarQube у себя, либо купить в онлайне, вот, и туда отправлять эти данные. При этом оно умеет оттуда подтягивать правила, ну, как минимум, те, которые сонаровские. То есть он нам позволяет вот бороться вот с этими вещами и собирать по ним статистику. Ну и когда наши разработчики красиво это все накодили, вот теперь они плохо кодить не могут, не в том стиле, не с тем, ну, неправильный код. В общем, типа, все хорошо, да? Ну, а это ж только у разработчика такое. То есть он мог зачекинить все, что угодно, в общем-то, и нам это все залить туда, на сервер. А кто использует фичи бранчинг? А остальные что делают? Что-что? Ну, да, тоже хороший вариант. Кто пользовался TFVC? Team Foundation Version Control. То есть остальные все Git. А, о, хорошо. Check-in policy использовали? Полезная штука, да? Вот, ну, из check-in policy вот бывают, как видите, такие в поставке, которые идут, которые нам позволяют на то, что заливает наш разработчик, поставить некоторые ограничения, чтобы он, ну, чтобы все было правильно, чтобы он там ересь всякую не наделал, и мы понимали, что он там вообще наделал, да. При этом есть также StyleCop check-in policy, кто StyleCop'ом пользовался, наверное, ее тоже прикручивать мог или видеть. Ну и, собственно, когда мы делаем check-in, мы создаем gated check-in. Дальше наш код заливается на полку. Вот с полки строится, и если все хорошо, тогда уже с полки заливается, объединяется в репозитории. Если нет, то разработчику приходит большой привет, и надо это все снова исправлять. А как это делается в гите? Там-то нет gated check-ина. Кто-то встречался с какими-то решениями? Ну, я вот встретил такое решение, называется Green Repository. Значит, идея в том, что у разработчика есть свой репозиторий локальный и свой репозиторий удаленный. То есть для пуша и для пула разные у нас урлы получаются. Да? То есть забираем мы всегда из Green Repository, а заливаем мы всегда в свой. Дальше, когда мы в свой залили,
У нас там есть автоматизированный какой-то скрипт, который это все забирает, там прогоняет всякие тесты, и если все хорошо, тогда объединяет уже в Green Repository. Ну и есть даже некоторые средства, которые это уже реализуют на базе там существующих решений. Вот, при этом там схема, конечно, вот как это работает, немножко так стрёмная тема, да. Значит, ну и в TFS сделали все попроще и назвали это Branch Policy. И сейчас мы попробуем это дело настроить. А кто-то вообще пользовался Branch Policy? А слышали про Branch Policy? А классная штука все-таки. Так, где мои настройки? Вот мои настройки. Значит, это проект, да, его настройки в TFVC. И на каждой ветке у нас есть вкладка теперь Branch Policies. И мы можем указать, что делать, если у нас, когда в какую-то ветку хотят чекинить. Вот, то есть... Когда в эту ветку приходит pull request, да, мы можем выбрать некоторый билд. С билдом чуть позже разберемся. Дальше тут настройка, как эти билды, как часто они будут происходить. Мы можем опять же, как в check-in policy, затребовать, чтобы были прикреплены элементы рабочие, чтобы знать, что там вообще этот код исправил или добавил. Вот это все заблокировать. Можем затребовать код ревью. Вот, можем разрешить, не разрешить самим себе себя опрувить. Ну и указать путь, по которому, в общем-то, это все ревьюить. Так, а теперь давайте сейчас сделаем билд. И я попробую зачекинить то, что не пройдет билд. Значит, пойдем сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. И сделаем билд. Так, значит, создам я теперь тут новый build definition. Team project up. Так, сбилдить будем master. Так, ну и сразу попробуем построить. Так, пока оно строится, я сюда прикручу билд. Вот, при этом, кстати, можно разрешить себе любимым чекинить без этого, но вдруг понадобится. Я себе разрешил.
Долго строит. А, это оно еще пакеты устанавливает. Так, ну давайте, пока оно там делает, мы зайдем на мой реальный репозиторий. Посмотрим, как выглядит это там. Да, если есть вопросы, можно задавать. Есть вопрос один насчет анализаторов, которые работают в онлайне. Они работают в разрезе всего solution или только с конкретными файлами, которые открыты? Нет, только открытые файлы, да. Ну, то есть если solution, там можно запустить на весь solution. Ну, как бы это никто не будет делать, наверное. Ну, на маленьком проекте, да. Ну, надо внедрять сначала. То есть я внедрил, конечно, не сначала, и нам пришлось сделать вот столько вот в этих файлах изменений, чтобы оно потом соответствовало правилам, да. Вот, ну, при этом, если говорить документации, помогает такая штука, как GhostDoc. Кто-то пользовался? Очень полезная штука, да. А вы что-нибудь про DSharper расскажете, может? А я не пользуюсь ReSharper, поэтому не расскажу. Я пользуюсь DevExpress CodeRush. Ну, собственно, вот выглядит практически так же само. И если говорить про построение… Так, где оно? Вот мои построения, которые шли с pull-реквестами. То есть если pull-реквест прошел, то все хорошо. Точнее, если билд прошел, можно объединять. Так, и… Как это выглядит в pull-реквестах? То есть вот у меня справа прошли, все удачно мержится, да, я как ревьюер апрувил, вот. Все построилось, work item прикреплены, и теперь тот разработчик, который затребовал этот pull request, может сам, и мог сам его и объединить. А там, вы, когда настраивали, можно было выбрать сторонний репозиторий Git. И если в это сторонний репозиторий отдельно где-то из консоли или еще как-то вносить изменения, он тоже проверит? Да, вот я сейчас так и хотел, собственно, попробовать. Mm. Смотрите, сейчас где там. То есть вот мой билд прошел. Значит, теперь я возьму, создам здесь у себя в Azure Dene, не здесь. Значит, вот у меня есть под другим пользователем тот же проект. Я сейчас зайду в код, здесь создам ветку, здесь же сделаю изменения и попробую построить. Так, значит, возьмем какую-нибудь работу. Так, ну, например, вот это. Здесь у нас есть вот кнопочка, да, создать новый бранч. Назову его номер 17 из АПП, из мастера. Сразу к work item прикрепилась эта ветка. Вот у меня создалась. Дальше открою Core.
И сейчас уберу здесь скобочку, чтобы оно не строилось. Вот, а дальше сохраню. Так, и у меня теперь есть там новый коммит. Теперь я сделаю pull request. Так, вот моя ветка номер 17. Создаю новый pull request. Так, и теперь оно должно пойти его и построить. Вот, если мы зайдем сюда, то у нас тут через какое-то время должен был бы build быть. Ну, я это форсирую и запущу его здесь вручную. Так, только он его не показывает, надо перезагрузить. Ну там, если вы помните, вот видите, есть настройка, как часто эти билды делать, чтобы они там каждый раз при каждом чекине не происходили. Тут это можно настроить. Ну так как агент общий, то сейчас там еще кто-то строит на нем. Поэтому мы не первые в очереди. Ну, он же не, я же не имею монопольный доступ к нему, поэтому. Вас. Да. Пока еще один вопрос. Этот весь набор экстеншенов, которые вы показывали, он бесплатный? Да, это все бесплатно. Но это будет в рамках одного солюшена. А если как-то глобально у себя в системе, ну, на уровне студии самой? Можно их ставить на уровне студии. Если они выпущены в виде вот экстеншенов, как я показывал, то можно их на уровне студии ставить. Но обычно выпускают. А вот Team Services предлагает бесплатный какой-то стек для использования вот этих проверок, билдов, подключения к Git? Ну, по идее, в TFS это должно быть все. То есть, ну, как бы, по-моему, вот эта вот фича Policies, она появилась только в мае, поэтому вот в следующий релиз она должна войти, по идее. Но TFS должен, подписка должна быть. Спасибо. А, в смысле, вот ну, в онлайне, да. Mm-hmm. Ну, на 5 человек бесплатно, как говорил Игорь. Плюс те, у кого подписка MSDN, те не считаются. Так, о, пошел он строиться. Сейчас должен упасть. А вот он, собственно, и упал здесь, походу. Так, ну если я сейчас, например, даже его поэпрувлю. Где он там был? Так, ну давайте пока так попробуем. Вот, комплитим его. Типа, все хорошо. Нельзя? Так, кстати, теперь даже если я его поэпрувлю. Причем, видите, все мгновенно происходит. А если я его поэпрувил?
то можно. Ну, тот, кто ревьювер. Если ревьювер сказал, что можно, значит можно. Даже если не работает. Так, у меня еще было демо по поводу 15-й студии, но, в принципе, вы это можете посмотреть и на видео на Channel 9, поэтому мы это опустим. Так, якщо ми хочемо зробити якісь кастомні роли, скажімо, щоб там у нас, не знаю, в тестових класах методи закінчували на слово «тест». Чи є можливість, от, як в StyleCopy, взяти, написати свій клас, там збудити в DLL, щоб воно працювало? Ну, значить, підходи два є. Перший підход – це, собственно, написати своє кастомне правило. То есть взять, пойти посмотреть, как написаны вот эти аналайзеры StyleCopy, покопипейстить и сделать свое правило. Ну, то есть такая возможность есть. Да. Это, ну, как бы пока такой немножко подход, скажем, посложнее. Попроще подход, вот то, что я не показал, есть в Visual Studio 15 naming rules. Вот они. И здесь можно написать какое-то правило, например, там... для у классов там или что там вот методы, допустим, да. Там public. Допустим, публичные методы должны заканчиваться на тра-та-та. Вот. И, собственно, оно это будет проверять. То есть пока это работает чисто как настройка в Visual Studio, вот, но, я так понимаю, они потом это приведут в порядок так же, как с аналайзерами они сделали, чтобы можно было сохранять в отдельный файлик и подключать это на проекты. То есть, ну, пока это чисто настройка студии вот на каждого разработчика. А чи є якісь тули, які перетворюють старі StyleCopy рули от в такий формат? Нет. Ну, то есть они уже, ну, вроде как это все переписано. Ну, может, не все, но большинство.